Яу-яу. Яу-яу-яу. Это герои комиксов. Вульгарный тон. Она была из тех, кто молча смотрит на людей. Она как они как она по идее. Ночь или день, взгляд фокусирует на одной точке. Взгляд устал и сил нет. Люди любуются, пьют под ее ногами. Грязью на плечах голуби помогали. Макияж маркером подрисовали хулиганы. Листья венка уже опали и остались камни. Но дело не это, лишь бы один заметил. И день за днем глазами ищет его взгляд завет. Тот, что напротив, ни разу не смотрел, ведь вроде проходят дни, за ними месяцы, а там и годы. Каменные губы так хотелось разомкнуть, чтоб он услышал и смотрел лишь на нее одну. Жаль, но ведь не дрогнет и мускул лица, а каменное сердце кровью обливается. Движения скованы, и они ждут день, когда камень снова станет песком, поверь. Вечная статика — это злая судьба. Тысячи минут выстоять не засыпая. Холод не колей, сной не потей, спиной колей не боли. Навесной в тишине царство скамей. Колени, локти сбиты, никак под копирку. У ног кто-то спит, залив глотку спирт. Я-то учу все говорить одними позами. Не отниму то сабе, что под ними ползали. Той гордости, которой наделил создатель. Тайком достиг того, что нам впору брать пример со статы. Парень с девушкой опечален каменный взгляд. Пусть ничего не обещали, не давали клятв. Вместе вечность привыкли ко сну, не устав. И не коснуться устами никак, будто держит уста. Спиной не зря повернутый, некому душу излить. Не тем же, кто стеклом усыпал ковер из листьев. Звон бутылок, дым, разве то, чего они желали? В этой толпе лишь он живой, и она живая. Или вечная статика, это злая судьба. Тысячи минут выстоять не засыпая. Разве то, чего они желали? В этой толпе лишь он живой, и она живая. Вечная статика, это злая судьба. Тысячи минут выстоять не засыпая.